Всех приветствую на прохождении восьмой части. Сегодня в этой серии мы с вами попробуемся с вами вызвать торговца и построить как раз посадку, взлетно-посадочную для него. Так, в предыдущей серии, помните, я здесь строил с вами новое освещение автоматическое, плюс посадил картофан. Из того, что у меня было, посадил это, как его, бобы и пшеницу. Картоха-то быстро растет. Да, собрать ее еще нельзя будет. Думаю, в этой серии мы с вами урожай соберем. Так что вот эта вот система, если вы сделаете полностью вот такой вот кубик, как я делал, ну, пересмотрите, то будет у вас все хорошо. Так, что у нас тут по поводу углекислого газа? Сколько она здесь? Ага, у нас тут примеси какие-то есть. Давай берем. Ну, пока мы есть 20 моль, я думаю, нам хватит CO2. Думаю, за по глазам. Так, все, идемте строить. Идемте строить. Давай откачаем, пока мы здесь закроем. Это нам не надо. Включим свет и пойдем разбираться, что нам понадобится с вами для этого всего. Я немножечко, конечно, подготовился, но не факт, что у меня есть все. И мне придется вместе с вами это крафтить, это делать. Так что видосик будет длинным. Готовьте себе печеньки, чаек и давайте начинать. Так, для начала что нам нужно? Для начала нам нужно будет с вами поставить батарею, поставить с вами трансформатор, солнечные панели нужно будет установить с вами. Так, для того, чтобы у нас была энергия. Из-за того, что сильно много энергии ест эта постройка. Так что давайте сделаем вот так, наверное. Сюда мы поставим с вами солнечные панели. Так, раз, два. Это у меня тяжелые солнечные панели. Так, раз. Давай сюда еще одну. А потом уже, если будет мало, мы с вами их доделаем. Так, берем в руки стекло. Берем в руки газовую горелку. Зашиваем. Все, отлично. Стекло даже лишнее осталось. Это хорошо. Так, берем в руки проводку. Давай, наверное, сразу мы ее проведем таким вот образом. И поведем вот так дальше. Ну, чтобы потом не париться, а просто подключить. И чтобы у нас уже было все готовое. Давай сюда. Давай сюда выведем. Да, я не уверен, что я полностью все подготовил конкретно. Провода нужно будет еще потом доделывать, я вижу. Потому что не факт, что хватит. Так, трансформатор нам нужно будет с вами вывести его, наверное, куда-то вот сюда. Если не ошибаюсь. Вот это я не помню. Ага, неправильно. Надо будет в ту сторону его развернуть. Во, по-моему, сюда вход идет, а отсюда выход. Так, и надо будет сюда поставить большая зарядная наша станция. Вот это. Так, что тебе нужно будет? Газовая горелка, листали, хорошо. Давайте бегать. Давайте смотреть. Так, тихо. О. Отлично. Так, что у нас лишнее? Лист стекла мы лишний пока убираем. Проводка пусть будет. Листали. У нас листали вот есть. По-моему, там будет надо ему еще и компоненты, да, электронные, если не ошибаюсь, или нет. Сейчас разберемся. Не, ребят, я неправильно все делаю. Из-за того, что... солнце будет перекрывать мне солнечные панели наши, и заряжаться они будут очень плохо, да? Эффективность 38. Короче, если вы будете делать, перенесите просто трансформатор вот сюда. Я уже переделывать это не буду. Думаю, в принципе, нам должно этого хватить. Электронные компоненты, две штуки, да? Побежали.
То есть поняли, да, чтобы солнце не перекрывало наши солнечные, что-то тень не перекрывала наши солнечные панели. Так, электронные компоненты. Так, электронные компоненты. Медь, медь, медь. А где у нас есть медь? Если у нас тут медь, меди тут нету. Меди здесь нету. Хорошо, давай сбегаем в наш тайничок. И возьмем меди немножко. Так. Опа, дай сюда. 50 штучек, я думаю, нам хватит за по глазам. Если нет, то еще доделаем. Так, где наша печка? Вот наша печка. Что по поводу температуры? Так, не. Давай вот так. Сейчас зеленым загорится, значит готово. Да, зеленым загорелось, все, отлично. Медь у нас готова. Давай забираем. Сделаем электронные компоненты. Все, две штуки, да, по-моему, там надо было. Если не ошибаюсь, раз. Два. И надо будет, наверное, поставить еще мне проводов, потому что, думаю, будет маловастенько. Так, возвращаемся. Сейчас объясню по поводу этого всего. Сейчас тут построим, оно будет заряжаться. Я объясню по поводу этого всего. Так, отвертка. Хорошо. Все, отлично. Здесь должен быть вход, если не ошибаюсь, на зарядку. Так, мы тебя включаем. Берем в руки наш кабель усиленный. Так, и ведем тебя вот сюда. Так, дай. Отсюда мы тебя ведем вот сюда. Все, пошло? Или не пошло? А, 0% эффективности. Хорошо. Тогда мы с тобой берем, делаем тогда. Пить хочет, да, наш с вами персонаж? Хорошо, сейчас он попьет. Это не проблема. Так, давай, давай водички попьем. Ну, как раз заодно поедим, чтобы нам до конца серии хватило с вами еды и воды. Все. Прячем. Так, все, по идее мы подключили. Потом отсюда надо будет его вывести вот сюда. К одной штуке. Так, давай разбираться. Что такое взлетно-посадочная площадка для торговцев? Есть разные виды. Я буду показывать максимальную и для самолетов, которые прилетают. Но на Мимасе и на Луне самолет не прилетит. То есть, держу в курсе. Вам нужно будет построить, чтобы все могли полностью торговцы прилетать. 9 на 9. Вот такой вот кубик. Поняли, да? То есть 9 на 9. Вот такое вот строите. Это полностью для всех видов транспорта. И так же самое отсюда. Вот, вот это вот идет 9 на 9. И отсюда вы идете по 20 штучек взлетно-посадочную полосу. То есть всего нам понадобится 60. Здесь 81, вот такой вот куб. А здесь понадобится 60. И тогда к вам могут прилетать полностью все. Так, давайте это строить. Давайте это реализовывать. Эти какие солнечные панели. Сейчас. Сейчас давай покажу. Солнечные панели у нас находятся в принтере электроники. Потом. Нет, не то. Батарея, да, по-моему. Так, большая батарея тоже в принтере электроники находится. И так же самое здесь у нас находится в принтере электроники. Как же ж тебя? Трансформатор. Вот. Набор большой трансформатор. То есть в принтере электроники делаете большой трансформатор. Делаете большую батарею. Вот она, набор большой батареи.
И делайте эти солнечные панели. Так, давай посмотрим, картоха. О, у меня картоха соспела. Сейчас пойдем к картохе. Соберем наш урожай. Хорошо. Сажаем дальше, пусть растет. Все, бобы начинают расти. Ага, и пшеничка тоже. Ля. Отлично. Мы прям как в фильме «Марсианин» с вами покорили эту планету. Ну, почти. Осталось еще немножко. Так. Что теперь нам понадобится для взлетно-посадочной полосы? Так, берем одну штуку. Да, вот она. Вам понадобятся вот такие вот. Сейчас покажу, где они находятся. Заходите в принтер электроники. Спускаетесь вниз. Спускаетесь вниз и ищите. Вот такие, как у меня сейчас в инвентаре лежат. Где они? Или они не здесь? Вроде здесь должны быть. Так, а если напишу... Кит. Да, вот они, вот эти вот кит. Вот это вот первый, видите, кит. Лендинг, ландинг. Короче, вот этих вам штук понадобится 82. Сразу говорю, вот 82 штуки понадобится вот таких. А потом ниже, получается, у вас идет вот кит тоже. То их вам понадобится, ну все, они у меня лежат. Запомните картинку. То таких штук вам понадобится, сейчас скажу вам сколько. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Нет, не то. Не то, не то, не то. А я вроде даже доделывал еще. Да, вот, вам понадобится вот таких вот штучек 20. Ну, то есть 20 штук вам таких понадобится. Этих 81 и плюс, по-моему, еще 40, если я не ошибаюсь. Сейчас, сейчас посмотрим, чтобы не запутаться. Давайте по порядку. Просто посмотри вниз, в инвентаре вот эти вот штуки вот лежит, вот такие вот киты. Вот таких я точно знаю, что понадобится 20 штучек. Нужно будет сейчас подойти вот сюда, в самый конец. Где двадцатка находится. Вот, конечно, посерединке ставите вот такую вот штуку. Дальше вы ставите вот такую вот прямую. То есть колесико мышки на себя раз, и у вас прямая получается. Потом это мы будем с вами с помощью этого, как его, газовой грелки и листа стали все делать. Так. Все, как раз есть. Давайте ее соберем. Возьмем сразу с нами пару листов стали, грелку. Баллоны еще наделал себе на всякий пожарный. Так, дай сюда. Листали, дай сюда. Побольше возьмем. Все, пошли делать. Ага, и давай, наверное, еще этих штук заберем. Так, раз, два. Так, листали в руку. Во вторую газовую горелку. А сюда еще один дополнительный баллон для газовой горелки. И начинаем с вами варить. Опа. Вот так просто быстро проходишь, и оно у тебя все собирается. То есть на конце тебе нужно в любом случае сделать вот такую вот зебру, чтобы оно тебя зеленым горело. Дальше берем в руки вот этот вот кит. И делаем здесь на себя колесико раз, колесико два. И делаем вот такую вот прямоугольную. То есть если у тебя получается 20 и 20, то еще 40. Помимо 81 вот такого вот наборчика, тебе нужно будет еще 40. Если я все правильно рассчитал.
То есть поняли, да? К примеру, если вы не знаете, что это за кит такой, то просто смотрите на картинку. Вот она, картинка какая. И вот таких понадобится 40 и плюс еще 82 штучки. Так, дальше давай строить. Колесико мышки на себя, буковку С и крутите. Да, этот процесс не быстрый. У меня заняла форма где-то 2 реальных дня. Не игровых, а реальных. Так что держу в курсе. Это уже строится, когда у вас будет улучшенная печка, когда уже будет все у вас готово, тогда и строится. Да, держу в курсе. Вот такие вот неровности желательно убирать, чтобы у вас не было преграды для вашего самолета. Потому что если будет неровно, здесь я, конечно, не покажу, потому что здесь самолеты не приземляются. Но если здесь у вас не будет такой ровной посадочной площадки, а будут горы, самолет будет разбиваться. Маленький модуль торговца не будет, самолет будет. Так, давай дальше смотреть. Берем в руки лист стали. Нам, конечно, его не хватит. И пошли, давай вот так вот быстренько все делать. Не хватило. Хорошо, идем еще за столе. Надеюсь, я не быстро это объясняю и не быстро это показываю. Так, не то беру. Листали нужно. Надеюсь, вы все успеваете, как говорится, запоминать и записывать. Если нет, на крайняк у меня идут стримы по пабгу. Почти каждый день можешь спокойно зайти на стрим по пабгу и задать какой-то вопрос. Либо по пабгу, либо по этой игре. Ну, либо любой другой вопрос. Как говорится, спонсор этого видео Арчимут. И его стримы по пабгу. Так, давай до конца доделываем. Все, хорошо. Есть, с этим закончили. Теперь возвращаемся назад к нашему кубу, который 9 на 9. Запомнили, да? Кубик идет 9, 9, 9 на 9. Ну, то есть 9 на 9. А здесь получается 20, 20 и 20. Так, это мы с вами прячем. Берем в руки теперь вот такие вот штуки. Нам понадобится их много. Так, я думаю, это можно пока убрать. Это убрать, убрать, убрать. Так, перед тем как строить эти кубики, вот эти вот, определяйте, где у вас будет находиться источник питания. И возле этого источника питания вам нужно будет установить вот такую вот штуку. То есть опять нажимали правую кнопку мыши один раз и крутите и смотрите. У вас должна появиться вот такая вот штука здоровая. Вам нужно будет ее подсоединить вот сюда. Зачем это нужно? Затем, что ты от трансформатора проведешь питание сюда, соберешь ее, и из-за этого у тебя будет работать. Сейчас нужно будет ее собрать. Ну, давай потом соберем. Дальше достроим. Так, что нам нужно? Нам нужно теперь выбрать серединку. Идем вот сюда. Берем теперь вот такую вот штуку на буковку С. Видишь, стрелочка? Тебе стрелочка, чтобы нужна была, смотрела на, ну, то есть в противоположную сторону. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ставишь где-то ее на шестую. Все. Чтоб самолет у тебя будет останавливаться как раз вот на этой штуке. Тебе места должно, думаю, хватить. Дальше. Эти мы кубы с вами, вот эти вот 9 на 9, зашиваем просто обычными вот такими вот. Обычными вот такими вот позициями. Так, где ты? Ага, вот ты. Сейчас как раз наша батарея зарядится. И нормально. И попробуем с вами вызвать торговца в этой серии. Да, процесс недолгий, четверть процесс не быстрый, так что можете включать какие-то стримы, музычку себе, наушники и
наслаждаться игрой. Так, чтобы, к примеру, построить для маленького торговца, то тебе понадобится 3 на 3 сделать кубик. Ну, то есть, ну, для маленького, если ты хочешь, вот так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот это вот такой маленький кубик 3 на 3 можно делать. Но для этого 3 на 3 тоже тебе установить вот такую вот штуку надо будет. И плюс этот, как его, энергию с трансформатором. Без трансформатора у тебя ничего не получится. Низкий заряд. А давай посмотрим, что ему нужно там, чтобы собрать его. Так, листали, хорошо. Сейчас мы закончим. Я надеюсь, я правильно рассчитал, и мне хватит всего этого, что я наделал. А, моток кабеля тебе нужен. Хорошо, у меня есть такое. А, все. Моток кабеля только нужен. Отлично, вообще шикарно. Теперь нужно будет потом включить эту штуку и провести вот сюда будет сейчас энергию. Все, шикарно. Продолжаем дальше строительство. Так, дай мне сюда и поехали. Да, по поводу газового баллона, который будете сейчас тут на сварочный аппарат, то там баллона 2-3, по-моему, я использую на эту конструкцию. Так что тоже нужно будет запастись ими. Так, неужели мне не хватит, и мне нужно будет доделывать? Я где-то просчитался? Или нет? Я, по-моему, где-то просчитался, да, по количеству? А сколько мне не хватает всего? А мне много не хватает. Блин, я, по-моему, не учел в расчет именно взлетно-посадочную полосу. Вот это вот. Да, сколько мне не хватает? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 21 штучку надо будет доделать сейчас с вами. Ну ладно, давай доделаем. Давай доделаем. Надеюсь, меня всего хватит. Так, медь и сталь. Так, это ж ты. Надо будет сейчас меди доделать еще. А ну дай, покажи мне. Хотя не, нормально, да, 21 штука, правильно ж? Да, правильно, 21 штука. Ладно, сейчас подождем, оно, по идее, его должно быстро будет сделать. И продолжим. А мы пока посмотрим, что у нас здесь. Наша пшеничка растет потихонечку. Не хочу пока мне сделать большую оранжерею. Из-за того, что я здесь не закончил станки, не поставил для приготовления еды. Так что пока здесь будет как-то так. А если найдем у торговца семена, вообще будет шикарно. 21,2. Надо температурку чуть-чуть понизить. Да, так что следите за температурой. Надо... Я захожу и опускаю температуру. Делаю пока все вручную. Не знаю, меня прикалывает вручную все. Потом можно попробовать будет установить это автоматическое все охлаждение, но пока вручную. Во, 25, я думаю, в принципе, нормально. О, выросла, да? Правильно понимаю? Да, вот и пшеничка у меня выросла. 5 штучек. Все, шикарно. Не знаю. Блин, ну если я сейчас ее... Сейчас я ее не посажу, она же у меня пропадет. Ладно, нам все равно понадобится удобрение. Здесь удобрение есть. Давайте тогда мы с вами положим нашу пшеничку вот сюда. И пусть перегнивает. Нам все равно понадобится с вами удобрение. А потом вот это вот уже когда вырастет, мы ее посадим. Так что пошлите смотреть. Вроде там 21 штучка должна была уже сделаться.
Так, оно. Да. Почти. Значит, не все подготовил. То есть поняли, да? Вот таких вот штук нужно будет. Сколько там? 40 и плюс 81, либо 80, 82, да. 40 и 82. Короче, 121 штука вот таких вам понадобится. Если у меня, в принципе, с математикой все хорошо. А, все. Все, больше мне не надо. Как раз 21 штука нам должно хватить. Что по поводу батареи? Ага, оно-то, в принципе, заряжается, но очень-очень долго. А энергии нам нужно очень-очень много. Так. Может, я за кадром просто твердотопливным генератором его заряжу по полной программе. И продолжим. Так, дай сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Во, и одна штука еще. Так, есть. Да, давайте, наверное, я все-таки притащу сейчас сюда твердотопливный генератор. И мы с вами по-быстрому это все зарядим, пока мы будем доделывать. Чтобы нам этой серии как раз хватило энергии для этого всего создания. Так, вот у меня твердотопливный генератор. Я тебя на секундочку заберу. Так, железная стена. Стена каркасов, по-моему, у меня нету, да? Или есть каркасы железные? Да, железный каркас, дай сюда и дай сюда лист железа. Просто не уверен, что... А, не, встанет, да? Нет, не встанет. Тогда берем в руки железный каркас. Делаем одну штучку. Берем лист железа. Газовую горелку. Один. Так, хорошо. Твердотопливный генератор. Подсоединили. Ага, провода. Сейчас, секунду. Нужны провода. Как раз положим железо и заберем все с вами остальное. А, нет, нам пригодится еще железо. Мне нужны провода. Так, провода. И нужно будет... Так вот, листали. Хотя даже много, я думаю. Так, а заодно и уголь уже, раз ты пошел, Арчи. Давай, не забывай про уголь. Дай мне угля. Подходите в упор к окошку и можете уголь так забирать. Все, хорошо. Так, не упади, не упади, не упади. Летим, летим, летим. Так, давай. Вставили, взяли. Сейчас напрямую попробуем подрубить его. А потом отсоединим. Так, а ну, включайся. Ага, а он не работает из-за того, что... атмосферы, да, нету? Да, у него нету атмосферы здесь, и он не хочет работать из-за этого. Пу-пу-пу-пу-пум. А нам заряжать-то надо в любом случае. Или он работает? А, не, гудит, да, вроде? Вроде... Да, что-то где-то гудит, но что-то тихо гудит. Ладно, вроде заправляется, хорошо. Давай тогда мы провода пока есть отсюда. Аккуратненько сложим, берем в руки газовую горелку. Закрыть, закрыть. И понеслось. Так же самое, вот так проходишь быстро, и оно его сваривает. Так, пропустил. Отлично, пошли дальше. Едем, едем, едем.
Сталь закончилась. Так, и еще чуть-чуть. Еще крапулечку. И мы почти справились с вами. Все, отлично, центр у нас с вами есть. Теперь давайте смотреть, если мы с вами все правильно подключили, сейчас оно должно будет начать работать. Тут закроем, тут закроем. Подходишь сюда. А, оно не будет работать, потому что мы провода с вами забыли подключить. Так что давай. Раз, два. Отсюда. Раз. Ведем, ведем, ведем. И вот сюда. Все, отлично. Включаем. Выставляем сразу, по-моему. Не помню, насколько нужно будет смотреть для самолетов. Но пусть будет 11 тысяч. В принципе, нужно будет крутить этот рычажок. Так, 0 ватт. Хорошо, на 1000 включим и все. Да, работает, вот смотри. Зачем нам нужен будет трансформатор? Потому что нам нужно будет с вами выдавать мощность для посадки наших самолетов. Я, по-моему, всегда ставил, если не ошибаюсь, ставь на 10, не ошибешься, просто на 10 ставь, 10 тысяч вольт и все. Давай посмотрим, как сверху это все выглядит. Вот наша взлетно-посадочная полоса готова. Как вам? Я думаю, красиво, да? Да, если, к примеру, вы такие, фу, некрасиво, хочу чего-нибудь, чтобы душа прям пела и танцевала, то можете подойти просто сейчас. Подойти, подойти. У меня вроде где-то было железо, да? Ну, чтобы я железо сейчас не плавил, вроде должно быть это железо. Сейчас посмотрим, погоди. Так, сталь. Сталь. Если так, железо, да, есть. 25 штучек нам хватит. Подходишь сюда. Кладешь, выбираешь. Ну, не знаю, любой, какой ты хочешь. Давай зеленый. И давай оранжевые все-таки сделай, чтобы было закрасить потом. Все, выключаешь. Берешь. Берешь в руки баллон с краской, и, к примеру, если тебе не нравится вот эта вот раскраска, расцветка, можешь просто его в зеленый вот так подходишь сюда, наводишься, и можешь в зеленый его переделать. И оно будет у вас зеленым цветом светиться. Ну, то есть можете разукрасить потом свою взлетную посадочную полосу, то как вы хотите. Можете реально сделать ее полностью зеленым, либо красным, либо еще каким, как вы хотите. То есть поняли, да? Если вам будет нудно и не будет чем заняться. Сейчас давай уже до конца ее доделаем. Надеюсь, нам ее хватит. Не хватило. Ну и не важно. Короче, принцип, я думаю, вы поняли, как это все работает. Подходите, на крайняк перекрашивайте. Так, ладно. Здесь мы эту баночку давайте с вами покамись нашу вот такую вот мусорную корзинку положим. Надо будет потом переработать и всем. Возвращаемся сюда. Покамись вырубаем. Нам это покамись это не надо. И нужно будет здесь с вами сейчас сделать вот такую вот штуку. Так. Газовая горелка. Ага, а у меня закончился баллон. Отлично. Ну, с топливом баллон закончился. Тогда мы берем, нажимаем сюда, берем новый.
Вот он, благо у нас есть. Берем с вами в руки эту штуку. Ага, и что у нас лишнее? А, нет, нам сюда. Листали, листали нам не надо. А вот лист железа нам нужен. Ага, он у нас в руках как раз. Отлично. Так, пошлите, что дальше делать? Нам нужно будет с вами установить сейчас будет сюда спутниковую тарелку и компьютер, которому тоже надо будет питание подвести. Проводов мне не хватит, значит, нужно будет поставить их наделать. Так, я вот тут так зашиваю. Все, отлично. Берем в руки бур, делаем все красиво. Красиво, чтобы нам не мешало. Отлично. С вами мы поставим, значит, сейчас сюда спутниковую тарелку и рядом возле него компьютер, чтобы нам удобнее было за этим всем наблюдать. Что нам понадобится? Давайте уголь пока уберем. Я думаю, нам в принципе не нужен будет. Возьмем в руки спутниковую тарелку, возьмем в руки компьютер. Вот у нас компьютер, набор. Дальше у нас идет набор склад, тоже понадобится. Спутниковая тарелка и связь. Отлично, пошли собирать. Так, я не уверен, что на этом у меня тоже все есть компоненты, может придется доделывать. Так, берем в руки спутниковую тарелку, нажимаем один раз, ага, и смотрим, куда мы ее с вами установим. Там мы установим. Давай, наверное... Не, мне надо подальше ее будет установить, куда-то вот сюда, чтобы это сделать. Давай мы сделаем так. Мне нужен будет... Сейчас по-быстрому. Вот так вот. Отлично. Кубик. Горелка. Шикарная спутниковая тарелка. Потом поймете, почему ее нужно чуть будет подальше поставить. Во, вот так вот. Спутниковая тарелка. Ну, не падай. Сейчас давай мы тебя соберем. Что тебе нужно? Листали, хорошо. Побежали. Спутниковая тарелка и все эти штуки находятся тоже в принтере электроники улучшенном. Ну, это так. Говорится, мало ли. Отлично, разводной ключ. Отлично. Лист пластика вроде бы был где-то. Лист пластика вроде где-то был. Сейчас посмотрим. Угу, да, есть. Так, подходим сюда. Лист пластика, что еще? А, просто лист пластика. Все, мы собрали с вами нашу спутниковую тарелку. Выставляем ее на 7500 ватт. А здесь у нас сколько? На 10. А, ну, нам должно хватить с головой. Потом нужно будет провод сюда провести. Так, пока мы здесь полежим. Берем в руки набор компьютер. И ставим набор компьютер куда-то вот сюда. Раз. Что тебе нужно, чтобы тебя собрать? Отвертка. Ага, только отверточка. Вообще шикарно. Есть, отлично. Теперь нужно нажать вот открыть компьютер и вставить такую штуку, как связь. Есть, теперь закрыть компьютер. Дальше нам понадобится набор склад. Набор склад, набор склад, набор склад мы с вами поставим. Я думаю, вот сюда. Не будешь ты нам мешать? Или будешь? Наверное, будешь, да? Давай, наверное, набор склад мы установим сюда. Только сейчас мы зарядим с вами батарейку. Сейчас батареечку с вами поменяем.
установим склад. На склад вам как раз будет поступать же эти ваши все продукты, которые вы будете заказывать. Ну, кроме газов. Для газов нам нужно будет отдельно построить. Так, что мне понадобится? Железные каркасы. Нажимаем на железные каркасы. Отделить один. Хорошо. Положить. Взять лист железом. И давай сюда склад мы и установим. Шикарно, шикарно. Дай мне склад. Вот так. Что для тебя нужно, чтобы тебе собрать? Лист пластика, две штуки. А я где-то сюда клал, да, по-моему, да? Отлично. И отверточка. Ну, вообще шикарно. Все, склад у нас тоже с вами готов. Теперь нам осталось это все дело подключить. Взять провода. Проводов у меня маловастенько. Можно будет сейчас проводов наделать. И, как говорится, вуаля, у нас все готово. Проводов же больше нету, вроде бы. Нет, к сожалению, проводов больше нету. Тогда нужно медь, золото. Медь, золото. По-моему, нам не хватит этого всего. Сейчас посмотрим. Крайняк еще наплавим. Так, где наши провода? Наши провода находятся конкретно вот в этом месте. Так, меди мало, да. Пошлите, делаем еще меди и золото. Так, подходите в упор. Золото 50 есть. И нужно меди. Был сейчас соточку взять где-то. В упор подошли, хорошо. В упор подошли, не, плохо. А теперь хорошо. Так. Оно пока не скрафтится. Мы с вами сейчас наплавим. Здесь включаем печку. Включаем. Нажимаем. Кладем. Ждем. Делаем на соточку. Чуть-чуть проклацываю, чтобы оно быстрее начало тяга. Все хорошо. Выключаем. Зеленым загорелось. Отлично. Все. Теперь можно даже не закрывать, а чтоб открытое оно и выпадет сейчас. Все, отлично. И еще раз. Взять. Давай, выпадай. Молодец. Взять. Пошлите. Да, можно сделать стакеры, чтобы оно так не выпадало. Штука называется стакер. Но, не знаю, я никогда его не делаю. Мне прикольно вот так вот собирать. Так, 20 пока мисс есть. Давайте, пока мисс оно его клепает. Мы пойдем подсоединимся немножко. Нужно будет полностью все подсоединить. Через трансформатор, не забывайте. Так, хорошо. Раз, два. Теперь отсюда ведем. Ведем. Нужно будет и тарелку нашу подключить. Да, проводов все равно не хватит. Нужно будет сейчас его сбегать, забрать. Не, не так. Давай вот так. Угу. Ну, чтобы красиво все было. Во, шикарно. И проведем тебя, значит, вот сюда. Ты же сможешь сюда пройти, правильно? Да, сможешь. Ага, чуть-чуть не хватило. Чуточку не хватило. Все, я думаю, этого нам хватит с вами за по глаза. Все. Пока мест не дело ничем. Идем. Так, где ты был? Раз, два. Вот туда, по-моему, где-то ты был. Не, не так. Все, выводим.
выводим и соединяем. Отлично. Сейчас, если мы правильно все сделали, должно все работать. Так, я здесь все равно буду зашивать, так что можно и раскопать немножко. Да, все готово. Ну что, приступаем. Закрыть, закрыть, чтобы не мешало. Закрыть, закрыть. Все. Подходим к трансформатору. Включаем трансформатор. Я сказал, включаем трансформатор. Пошло. Склад работает. Склад работает. Ты у нас работаешь. Да, ты у нас работаешь. Компьютер у нас работает. Компьютер у нас работает. Включаем спутниковую тарелку. Смотрим. Ага. Оксиген. Мы можем себе вызвать сюда торговца с оксигеном. Сейчас посмотрим. Так, нажимаешь на спутниковую тарелку. Нет, не можешь. Значит, нужно... Вот есть стрелочки. Вот этой вот этой стрелочкой ты крутишь ее просто на месте. Вот эта вот стрелочка, ты... Че, это стрелочка, не стрелочка, вот этим вот джойстиком. Ее поднимаешь вверх и смотришь. То есть, когда у тебя получается здесь белым, по-моему, стрелка загорится, тогда можно будет сейчас вызвать кого-то. Так что давай сейчас разбираться. Так, сейчас оно не... До... Нет, не быстро оно поднимается. Сейчас смотрим. 6 на 6. А ну. Давай чуть-чуть тебя правее. И поднимем еще чуть-чуть вверх. То есть тут надо главное уловить момент. Вот это вот вам придется крутить эти стрелки, если вручную это все делать. Поняли, да, что? Нужно будет крутить стрелки. Вправо-влево, вправо-влево. Так. Да, все, смотри. Получается, когда у тебя загорается вот спутниковая тарелка вот таким вот белым цветом, нажимаешь на нее и нажимаешь вот сюда, чтобы у тебя было написано раз. И по идее у тебя должна здесь загореться белая стрелка, как вот тут. Нажимаешь на белую стрелку, land. Во, и прилетел наш первый торговец. Смотри, летит наш торговец. Сейчас мы еще вернемся, сейчас попробую объяснить более понятно. Прилетел наш торговец. Будете на Марсе, либо на других планетах, будут самолеты огромные прилетать. А сюда прилетают вот только вот такие вот штуки. Все, он остановился. Подходишь к нему. Нажимаешь на него. И смотришь. Смотришь, смотришь, смотришь. Что у него тут есть? Взрывчатка, баллон. Баллон, баллон. Ну, нам, в принципе, это все не надо. Лист стекла у нас есть, труба есть. Угу. Только я не помню. Ага. Первая позиция, это, получается, ты покупаешь... Давайте попробуем купить за 6 баксов и посмотреть как раз, что нам нужно. Может, у него что-то есть такое интересное? Листали, листали. Давайте попробуем купить у него одну штуку листали. Сейчас посмотрим. По-моему, это как раз и есть первая это продажа. Листали. Нажимаем buy. Отлично. Нажимаем закрыть. О, и у меня в руке листали. Только не могу понять. Почему? Почему? А, наверное, потому что... А ну, давай положим. Посмотрим. Да. Вот в чем прикол. Смотрите, зачем нам нужен вот этот склад? На склад вы кладете вещи, к примеру, которые вы хотите продать. Ну, не знаю. Допустим, он бы покупал бы у нас листали вот сюда, на оранжевую. И он бы со склада у вас бы, получается, его забирал. А так он дает все в руки, насколько я понимаю, да? Что еще можем купить такого недорогого? Посмотреть. 15 баксов. Давай этот бокс купим. Sold. Продано. Ага, у меня пустая коробка есть. Хорошо. Все. Кладем на склад. Мало ли, может, продадим потом.
продадим потом. Все, чтобы с ним попрощаться, нажимаем попрощаться, и он улетает. С этим разобрались. Первая позиция, ты покупаешь. Во второй, если ты хочешь что-то продать, кладешь это на склад и продаешь. Давай попробуем найти что-то другое. Оксиген. Ленд. Давай попробуем купить оксиген. Давай. Все, летит, да? Да, летит еще. Вот, в общем, если у тебя будет стрелочка загораться белым, то нужно будет... Ну, то есть нажимаешь на нее, и он пролетает. Нажимаешь на спутниковую тарелку. Короче, вот смотри, чтобы прилетел вот этот вот к нам. 3 на 3 человечек. 62 градуса. Понял. Сейчас мы здесь посмотрим. А потом покрутим на 62 градуса, и вы увидите, как эта вся штука будет работать. Есть, конечно, и автоматизация этого всего, но автоматизация вообще не работает. Не знаю, лично у меня. Так. Вот ты продаешь. Ага. Для этого, во, смотри, он даже продает летучее вещество, H2O, N2, баллоны, газ, вода, во. Короче, вот этот вот челик, где написано, где у нас вот этот вот оксиген, он у нас продает, получается, эти жидкости, кислород есть, углекислый газ, но для этого, по-моему... Сейчас ты постой. Для этой штуки, чтобы купить себе углекислый газ, здесь есть... Сейчас, секунду, ребят. Секунду. Нужно уборщицу нанять, потому что что-то... Вообще не... Камильфо, кит и вот эта вот штука, вроде бы, если не ошибаюсь, давай попробуем сделать одну штуку. Сейчас. Да, вот здесь мы будем с вами хранить все наши газы. И так, input, output. Ага, газ, хранение газа. Во, по-моему, вот это вот она. Сейчас мы закроем, попробуем ее сделать. Попробуем с вами купить газ. Так, а почему ты не ставишься? Тебе нужно куда-то, да, поставиться, правильно понимаю? Вот. Хорошо, давайте... Сюда впихнем, достроим. Что тебе нужно? Тебе нужно... Что нужно? Набор... Набор резервуар нужен. Хорошо, пошли сделаем. Только я не помню, где у нас набор резервуар. По-моему, в сгибателе труб, да? Так, набор резервуар. Это ты... Так, переносной газовый резервуар. А у меня есть пустой бак там или нету резервуар? Я могу тебя собрать, либо не могу. Ты все равно без дела тут лежишь. Так. Сейчас она станет пустой, и, по-моему, эта штука нам подойдет. Ну, давай быстрее как-то. Ладно, сейчас газовую горелку не зажечь, потому что бомбанет. Сейчас посмотрим. Если это оно, то будет хорошо. А что тебе надо? Почему ты не собираешься?
Набор резервуар. Значит, не то. Хорошо, давай доделывать. Тогда эта штука нам не надо. Пусть там пока полежит. Так, набор, набор, набор. Смотрим. Набор резервуар. А у меня их тут много. А, вот, набор резервуар. Медь, сталь. Хорошо, есть. Отлично. Медь, сталь, медь, сталь, медь, сталь. Ну, вроде у нас есть и медь, и сталь. Так, это никель, это не то. Вот медь. А вот и сталь. Раз, два. Сейчас мы тебя сделаем. Сейчас мы тебя сделаем. Главное, чтобы потом не нужно было что-то достраивать. Потому что реально я никогда газы я тут не покупал. Не знаю, мне на планете всегда всего хватало. Но раз мы уже начали, правильно, нужно показать полностью все, что тут есть. Отлично. Набор резервуар есть. Как посмотреть, что в тебе внутри находится? Так, пусто, ничего, да? Ты же собранный, полностью все, да, собранный. Давай попробуем купить у него газ. Давай, не знаю, CO2 возьмем. Давай CO2 возьмем. Раз, два, три. Давай три. Купить, закрыть. И смотрим. Да, ребят, все. И теперь у нас здесь 300 моль CO2. 300 моль CO2 есть у нас. Отлично. Потом. Так, а что ты покупаешь? Ты покупаешь коробки. О, у нас есть коробка. Смотри. Видишь, у нас вот тут есть коробка в складе. Вот она. Он покупает у нас коробки. Сейчас мы продадим ему одну коробку. А, тебе нужен комплект. Ага, нету. Хорошо. Что по поводу оксида? Стой, оксид и углекислый, да? Я че этот кью и летучее вещество. Оксид и летучее вещество. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем как раз и продать. Сейчас посмотрим, где у нас находится хоть что-то. А, вот оно у нас тут находится, где. Берем пояс, берем. Положим 10, 20, 28 штучек. Выключить. Так, это на место. Тут закрыли. Тут пока мы не закрываем. Сейчас сюда в склад засунем наш оксид. 28 штучек. И попробуем ему продать. Отлично. Заходим. 28 штучек. Почему ты не хочешь? 20. Угу. Почему ты не хочешь? Склад вроде же подключенный. Ты же раньше через склад это все покупал. Может, из-за того, что тут не подключено? Ладно, давай проверим. Давай проверим. Ну все. Раньше как было? Мы могли спокойно с вами продавать это все через этот склад. Сейчас я не знаю, в чем причина. Да, я так понял, что низкий заряд. А, да, из-за того, что у меня не была подключена, получается, проводом, видели, да? То есть у меня тут есть 28 штук. 28, пишу, есть. И плюс одна коробочка. Ага, не могу коробочку, ладно. Смотри, у нас на счету 170-50. Хопа, продали 184. Все. Отлично. То есть нам нужно было просто полностью все подключить. Не забывайте и про зелененькую тоже. То есть поняли, да? Подключили склад, все. Теперь как отсюда забрать? Как отсюда же забрать теперь этот газ? Так, сейчас, секунду.
Мы поменяем с вами батарейку. Давай сделаем так. Давай сюда, давай сюда, открой. Хватает? Да, хватает. Отлично. Поставим две штуки. Так, раз. И у вас шикарно. Пошли, посмотрим. Так, это у нас газ, 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 хорошо. Ага, а эту мы можем сюда подсоединить, да? Во, то есть у нас здесь получается идет input газ. Погоди, input, input, input. Input, input, хорошо, давай input сюда. А сюда мы подключим output. Насос, чтоб тебя собрать. Ага, насос. Насос. Окей, ищем насос. Так, ну насос у нас здесь должен быть. Так, на... Сос. А этот насос, правильно я понимаю? Железо, золото, медь. Железо, золото, медь. Сейчас проверим. Так. Золото. Ага, а железа у нас нету, да? А железо у нас здесь есть. Железо здесь, здесь. Отдай, отдай. Давай сделаем. Угу. Не сделаем, потому что оно выпадает. Так, раз, два, три. По-моему, этот насос, не знаю, другого насоса здесь нету. Сейчас сделаем две штуки. Раз. На крайняк потом разберем это все. Два. Выключить. Ага, картошка созрела. Сейчас к картохе мы вернемся. Сейчас, братиш, погоди, никуда не улетай. Нужно закончить. Да, насос раз, насос два. Все. Я так понимаю, что это мы продаем. Сюда можно будет подключить какой-то бак. К примеру, сюда бак ставить и с этим, как его, с летучим веществом. И тут, по-моему, можно будет его продать. А здесь ты, получается, его отсюда забираешь, если не ошибаюсь. Отсюда. Так что сюда тоже можно будет подключать, получается. Только нужно будет соединить вот эти вот проводами, все. Трансформаторы. Сюда ставишь... Получается, бак забираешь, а сюда ставишь бак, ты продаешь. В принципе, ладно. Так. А давайте попробуем продать его. Сможем продать? Ты сможешь мне его купить? СО2. Или ты мне не покупаешь? Ага, ты не меня покупаешь. Ладно, давай попрощаемся, вернемся... нашим компьютером. Смотри, минус 62, да, градуса. То есть подходишь сюда, нажимаешь один раз вот сюда вправо и смотришь. Сейчас оно остановится. У нас было там минус 62. Ага, минус 72. То есть мне нужно влево. Раз, два, три. Делаем влево три раза. Сейчас оно остановится. Ну, останавливайся. 75, хорошо. А если тебя чуть-чуть вверх? Короче, вам нужно будет вот так вот догонять туда тарелку вверх-вниз. Нужно будет догонять тарелку вверх-вниз, чтобы... Ага, 58, правильно. Значит, давай еще вверх чуть-чуть, два раза. Два раза и посмотрим. Возможно, сейчас мы тебя и вызовем.
Вот из-за чего я впритык ее не ставил, потому что видите, как она выгинается. Ну то есть, чтобы когда она будет крутиться, чтобы мы не засыпали здесь. Все. Блин, домой хочу, на землю, не хочу на луне быть. Минус 25 градусов, вроде нормально. А ну, если нажать. Да, отлично. И land. Все, вызвали с вами, ребят. Надеюсь, я объяснил доступно, я не знаю. Надеюсь, вы все поняли, и вы сможете так же самое это все вызывать. То есть, если у вас здесь будет написано минус 90 градусов, просто либо нужно будет вниз опустить, вверх опустить и смотреть. Если будет уменьшаться, хорошо. Если будет увеличиваться, плохо. Уменьшилось, как здесь. Загорелась вот такая вот штучка. Нажали ее, а потом на стрелочку. Ну, то есть... Так, здорово, что ты продаешь? Во, 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 вот это мне все от тебя нужно. А ты меня покупал? О, давай продадим ему газ. Смогу продать? Нет, не смогу, потому что у меня не подключена труба, да? У меня здесь она не подключена, да. А давай попробуем подключить. Попробуем, ребят, подключить. Давай попробуем подключить. Надеюсь, мне хватит проводов или не хватит. Ну. Сейчас попробуем это все сделать. Как раз попробуем продать ему наш углекислый газ, который мы купили. И попробуем купить семена, чтобы я мог спокойно посадить. Так, мне проводов не хватает. Так, буквально 2 минутки я доделаю провода, и все, мы заканчиваем с вами. Так, я пить хочу, да? Мой персонаж хочет пить. Отлично. Нужны еще провода для проводов. А ты тут провода не делаешь случайно? Мы не перетягивали тебя туда-сюда. Не, провода ты не делаешь. Ладно. Отмена. Мне нужна медь. И зюэта. Нужны провода. Буквально там 10 штучек. Так, давай, пока мисс провода делается, мы зайдем с вами, посмотрим, что тут картошечка наша. 21,5 температура. Понизим температурку. Соберем картошку. А вот с картошки мне семена выпали. Видите? Хорошо. У кого там семена не выпадали? Вот. У меня семена выпали. 4 штучки. Все, теперь я могу спокойно собирать. Собирать урожай и делать из него картошку фри. Так, семена у меня есть, пока я сажать ничего не буду. Пусть перегнивает. Семена собрали, подходим еще рано. Ага, во, и тут семена выпали, отлично. То есть можно собрать и не париться. У нас с вами будет теперь семена пшеницы и картохи. Все, закрыли, поставили, перегнивается. 28 температура, шикарно, идем обратно. Закрыли, взяли руки, закрыли, открыли, побежали. Я понимаю, что серия и так затянулась, но если кому-то это интересно, то он будет смотреть до конца. Все, 18 штучек, я думаю, нам хватит. Сейчас попробуем подсоединить и продать. Сейчас, секунду. Говорится, 5 сек. Я и так тороплюсь, как могу, ребят, честно. Все, подключили. Теперь вот сюда нужно будет подключить его. Так, мигает, мигает, да? Ага, они мигают из-за того, что, наверное, у нас нет тут баллона с вами. Хотя сейчас посмотрим. Это включил. Давай попробуем продать углекислый газ. О, могу. CO2 продаем. У нас было 184. Продать. 199, все хорошо. Погоди, пока мы выходим, берем в руки планшет. Подходим и смотрим по нулям. По нулям. Все, ребят, мы с вами продали. Теперь что нам нужно? Нужно зайти к нему и взять всего по одной штуке.
А, грибы 300 стоят. Ах ты какой, ля. 300, у нас денег нету, ребят, смотри. У нас денег-то нету. А что ты покупаешь? А ты покупаешь у меня болгарку, да? Так, болгарка, у тебя много денег вообще? Если я тебе продам кучу болгарок, вот таких вот наделали, что это такое? Сейчас, секунду. Сейчас посмотрим. Блин, да я семена хотел купить. А у него этого нету. А эти штуки он по 50 баксов берет. Давай посмотрим, где оно. Ага, вот. А что тебе надо? Железомедь, да? Железомедь, железомедь. Железо, железо. И медь. Так, давайте, наверное, я за кадром, так сказать, это все сделаю. Я наделаю вот себе вот таких вот штук. Попродаю, покупаю себе этих семян. А уже в следующих сериях посмотрим, будем их выращивать. Да, хочу и тыкву, и горошек, и вот это вот все, томаты. Надо все будет покупать. Так что, пока если вы не начнете попрощаться, оно у вас будет здесь стоять. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Если серия понравилась и была, как говорится, результативной, и ты понял, как это все делается, то не забудь написать комментарий. Скажи, что Арчи все помогло, разобрался, красавчик. Ну и лайкосик поставить. Так что все, всем, как говорится, пока-пока. Да потом я побежал делать вот эти вот штуки, чтобы ему продать. И накупляю семена. Так что в следующей серии что-то будет еще. Я пока не знаю, что мы будем с вами строить. Мы же просто пока здесь застроюсь. И что-то еще с вами построим. Так что все, всем да потом и удачи вам, ребят.